В столичном УЗЭкспоцентре начала свою работу 22-я международная выставка «Нефть и газ Узбекистана-2018». Это мероприятие, ставшее уже традиционным, привлекает потенциальных зарубежных партнеров в сфере добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья, потому что служит удобной площадкой для переговоров о перспективах. На месте записные книжки пополняются деловыми контактами. С места событий передает наш корреспондент. Выставка «Нефть и газ Узбекистана» успела зарекомендовать себя как эффективная площадка для обмена контактами не только в области добычи и переработки топлива, но и в производстве необходимого технологического оборудования и развития инфраструктуры. Эту ежегодную экспозицию стараются не пропускать ведущие игроки нефтегазовой отрасли мира. В этом году в ее работе участвует порядка 200 компаний из Австрии, Германии, Нидерландов, Литвы, Турции, Японии, Катара, России, Китайской Народной Республики, Сингапура, Кореи. Всего 23 страны. Наша компания расположена в Индии. Мы занимаемся исследованиями в области нефти и газа, альтернативной энергетики. При этом используются инновационные технологии и методы. Мы сотрудничаем с такими странами, как Россия, Новая Зеландия, Вьетнам, Судан, Таджикистан. Здесь много перспективных компаний, которые вызывают большой интерес с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества. Мы представляем пекинскую компанию управления жидким газом. Наше предприятие является одним из ключевых поставщиков предохранительных и сальных клапанов. Продукция нашей компании экспортируется в Россию, Казахстан, в страны Африки и Северную Америку. В Узбекистане есть много природных месторождений нефти и газа. И мы хотим открыть для себя этот рынок и расширить границы сотрудничества. 22-я международная выставка нефти и газа делила павильоны УЗЭкспоцентра с 13-й по счету экспозиции энергетики, энергосбережения, альтернативных источников энергии. 40 компаний из 11 стран мира представили свои товары и услуги. Являясь одной из динамично развивающихся отраслей Узбекистана, энергетическая отрасль обладает значительным производственным и научно-техническим потенциалом. В первую очередь, выставка для нас – это большой потенциал показать, какие инвестиционные проекты мы реализуем. Мы здесь презентуем несколько наших мегапроектов, в том числе проект расширения Шуртанского МХК, проект строительства нефтеперерабатывающего комплекса, проект переработки природного газа. Во время этой выставки хотим провести очень множество встреч с каждой из компаний, которые заинтересованы войти в рынок Узбекистана, подписать соответствующие соглашения о сотрудничестве по конкретным проектам, по конкретным отраслям экономики. Сейчас мы хотим участвовать в проектах Республики Узбекистан по модернизации газотранспортной системы и поставлять также наше оборудование. Помимо этого, у нас есть хорошая программа и предложение для рынка с точки зрения центробежных компрессоров для дожимных компрессорных станций. И у нас есть решения, которые связаны с электрогазоприкачивающими агрегатами. Активные участники и отечественные производители. Работа выставки продлится до 18 мая включительно.